Всем привет, с вами Алмаз, и сегодня мы будем рассматривать, как же сделать свою песню на телефоне Friday Night Funkin', свой кавер на телефоне, и как сделать свой кавер, где персонажи будут меняться с каждым разом. Для начала я вас научу, как сделать свою песню. Что для этого нам понадобится? Нам нужно будет подобрать определенный сэмпл, то есть звук для какой-либо песни. Сейчас я на записи все это подбираю. Чтобы сделать более атмосферный звук, выбираем мини-сайнф. Сейчас через время я нажму вот сюда вот на дефолт и заменю уже звук. Я подумал, то, что этот звук будет как раз-таки подходящий. Подбираем, где можно подставить его. А вот такая вот необычная мелодия у нас получилась. Продлеваем ее. И добавляем немножечко барабанов. И вот уже звучит лучше. Естественно, добавляем немного разнообразия в песню. И вот уже стала немного необычная мелодия. Еще больше ее увеличиваем. И добавляем звук бойфренда. Где скачать его звук, чтобы он менялся, я оставлю в описании ссылку. И, естественно, противника. Для примера я взял отца. Но, естественно, я потом расскажу, как сделать свой личный голос. Для примера просто сделаю такую мелодию. Удлиняем ее. Берем голос бойфренда. И слушаем. И вот, первое у нас получилось. Делаем еще одну мелодию. Берем еще какой-нибудь звук. И для разнообразия.
И вот появилось небольшое разнообразие. Делаем новые нотки. Не обязательно копировать то, что у меня сейчас. Можно сделать и свою мелодию. И вот простенькая мелодия уже практически готова. Сохраняем. Называем как-либо, чтобы потом не забыть. Называем, например, туториал или тест. Теперь скачиваем с какого-нибудь видосика в описании с MIDI, чтобы сделать свой кавер на песню. Ищем MIDI, которое нам нужно, и скачиваем. Когда у нас она скачалась, заходим в FL Studio. И у нас готовы ноты. Изменяем голос. Вот здесь вот. Также делаем с бойфрендом. Теперь, чтобы сделать кавер, где меняется голос, берем оригинальный голос. И вот. Изначальная версия у нас готова голоса. Копируем эту сцену, так сказать. И копируем то, что у бойфренда. Меняем голос персонажа. Изменяем параметры голоса. И вот у нас уже голос отца. И еще выбираем голос точно так же. Меняем голос на алмаза. Изменяем мои параметры.
Можно также так увеличить громкость голоса. И я забыл вам рассказать об одной штуке в туториале. Можно взять звук из второй песни Бати под названием Fresh, где битбокс, и добавить его в свою песню. Такой эффект использовался в, например, песне Drowning из мода на Dustail. Также можно уменьшить голос вот так вот. Нажимаем на три точки и изменяем просто. Такой эффект есть в FL Studio. Но то, что он есть в FL Studio Mobile, я узнал буквально недавно. Спасибо за это, Слоуфина. И это работает не только с громкостью, но и с автотюном, например. Делаем, чтобы лучше звучало. И повторяем действие. На этом туториал для телефона окончен. Теперь перейдем к тому, как же сделать свой голос для Friday Night Funkin. Для этого нам понадобится программа под названием Audacity. Ссылку, я думаю, оставлю в описании, если не забуду. Что нужно, чтобы сделать голос? Вам нужно записать свой голос по типу Chromatic Scale, то есть примерно вот так вот. Вот примерно что-то такое должно у вас получиться. Потом, если вы хотите, я вам, конечно, сейчас это покажу, но делать не буду, чтобы звук был получше. Вам нужно вот так вот выделить и изменение темпа. Минус 80. И у вас получается вот так вот. Обрезаете то, что вам не нужно. И также делаете с остальными. Когда вы все это сделали, сохраняем. И называем, например, Tutorial Chromatic. Важно, чтобы это был WAV. Потом заходите в FL Studio, SlideX, находите тот звук, который вы сделали, и вот он у вас уже разделен на части. Удаляйте все ненужное. Это делается долго и муторно, но все равно, если вы хотите сделать что-то нормальное, вам придется это делать. Когда вы это сделали, создаете у себя папку под названием любым
Туториал. Тест. Например. Берете, нажимаете на вот этот вот значок. Export Editions for Sample Use. Заходите в эту папку, называете маленьким названием, иначе у вас может не получиться. Например, 8. Обычно я сохраняю цифрами. И переходим к программе под названием Polyphone. На нее тоже, возможно, будет ссылка в описании. Создаем новый sound font. Назовем, например, Tutor Test. Нажимаем на эту линию. Tutorial Test. Выбираем наши звуки. И нажимаем на этот значок. Называем любым названием. Здесь пишем 48, 48, 49, 49 и так далее. Когда вы закончили, нажимаем на значок нотки. Окей, и сохраняем. Tutorial Test. Заходим в FL Studio, открываем папки и берем Tutorial Test Sound Font. Открываем, и у вас должно быть появиться вот примерно вот так вот. И здесь просто у нас получился такой звук, потому что я его не проверял. Но вам советую проверить. Итак, как же сделать свой кавер на ПК? Заходим, берем какой-нибудь MIDI. Импортировать MIDI файл. Вот, например, Zanta. Берем звуки Zanta. Точнее, MIDI Zanta. Подбираем на хорошую высоту нужную. Кажется, BPM был 90, 190. И естественно, делаем с другим противником. То же самое. Вот. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!